So now it's time for a closing presentation, and now we'll hear a talk about production by Dmytro Panchenko. He's a data scientist and machine learning engineer at AlexSoft, and the topic is optimizing convolutional neural networks for mobile devices. Всем привет! Как уже сказали, меня зовут Дима, я инженер в компании AlexSoft, и последние примерно 7 месяцев я занимаюсь тем, что я делаю приложение, которое распознает определенные звуки в реал-тайме на мобильных устройствах, в том числе на low-end мобильных устройствах, где перформанс девайсов очень низкий, а, соответственно, сети, как достаточно тяжелые алгоритмы, работают слишком медленно, и надо что-то с этим делать. И, собственно, в этом докладе я хочу поговорить о том, с какими проблемами мы сталкиваемся при этом и как мы эти проблемы стараемся решать. Но и начать я хочу с довольно, возможно, странного с учетом названия моей презентации совета. Но мой первый совет по поводу того, как работать с нейронными сетями на мобильном, будет таким. Если вы думаете, что вам нужно выполнять нейронные сети в мобильном приложении, подумайте дважды, хотите ли вы действительно выполнять их на мобильном девайсе. Потому что, честно говоря, если у вас есть возможность проводить инференс на сервере и не делать ничего из алгоритмов на мобильном, просто посылать данные и получать респонс, это сохранит вам, во-первых, кучу времени, а во-вторых, кучу нервов. И это действительно очень классно, но это не всегда возможно. Есть такие случаи, когда вы просто не можете себе позволить так делать, и когда подобная архитектура вам не подходит. Что это за случаи? В первую очередь, это случай, когда у вас есть ограничения по скорости работы модели. То есть, например, если вы делаете какую-то умную клавиатуру, которая делает там type correction, то ваш юзер, конечно, не будет ждать там полторы секунды, пока ваши данные уйдут на сервер, на сервере там обработаются, вернутся и скажут ему, что он опечатался. Он хочет видеть это в реал-тайме. Соответственно, вам не подходит инференс на сервере. Второй кейс — это когда ваше приложение должно работать в офлайне. Грубо говоря, та же самая коррекция ошибок или, например, какой-нибудь face detection в видоискателе камеры на телефоне должны работать независимо от того, в каких условиях они используются. Соответственно, это второй случай. Третий случай — это когда по определенным соображениям приватности пользователи не хотят шарить свои данные с каким-то third party. Например, если вы делаете какие-то фото личного характера, или там, если вы отправляете личные сообщения, вы не хотите отправлять эти данные каким-то неизвестным чувакам, которые не пойми что будут делать где-то там у себя на серверах с этими данными, просто чтобы наложить какие-то смешные эффекты или там текст поправить. Ну и, наконец, последний по порядку, но не по важности, кейс. Это когда у вас очень много клиентов, у вас очень много запросов, и у вас нет денег на инфраструктуру, которая нужна, чтобы все эти тысячи запросов похендлить на сервере. Этот кейс на самом деле является одним из самых популярных, потому что многие приложения в пиковой нагрузке посылают просто там сотни запросов в секунду, грубо говоря. Если вы все это хотите инференсить на сервере, то вам нужно готовиться к очень большим расходам. Соответственно, если у вас один из этих кейсов, вы действительно хотите выполнять ваши сети на мобильном девайсе. И перед вами встает ряд вопросов по поводу того, как сделать так, чтобы это выполнение работало в реал-тайме или там плюс-минус. С чего, в общем-то, начать, если вы хотите так сделать? Во-первых, Дональд Кнут завещал нам не делать преждевременных оптимизаций. Поэтому первое, что вы должны сделать, это вы должны профилировать ваш пайплайн, чтобы понять, нужны ли вам оптимизации вообще, и б, если они нужны, то действительно ли у вас корень всех проблем в нейросетях. Потому что сейчас модели, портированные с помощью, например, TensorFlow Lite, они и так довольно быстрые сами по себе. И есть риск, что вы начнете их оптимизировать, а проблема на самом деле была вовсе не в них. Например, когда я только пришел на проект, у нас там уже были какие-то довольно миниатюрные сети, их пытались как-то оптимизировать, но все равно у нас были какие-то кейсы, когда перформанс проседал, становился не реал-таймовым. Мы добавили логирование, мы это запрофилировали и обнаружили, что у нас 95% времени в этих случаях занимала экстракция признаков.
И все наши ухищрения по уменьшению размеров сети, они, в общем-то, добавляли нам миллисекунды там, где речь шла, грубо говоря, о десятках миллисекунд, о сотнях миллисекунд latency. Но это была ошибка, и на самом деле простым ускорением пайплайна мы добились нужного эффекта. Как решать ботлнеки в препроцессинге на мобильном? Ну, во-первых, где у нас вообще может быть такой долгий препроцессинг? Ну, это, например, Natural Language Processing или там Digital Signal Processing. В Computer Vision это все-таки относительно редкость. Что в таких случаях делать? Ну, первое — это не изобретать велосипеды, а использовать для подготовки данных какие-то имеющие высокий перформанс, уже готовые фреймворки, реализующие данные функции. Благо, сейчас их много. Например, ну, грубо говоря, если вы делаете какой-нибудь Automatic Speech Recognition, еще там 2-3 года назад, скорее всего, вы бы начали извлекать MFCC-признаки с помощью каких-то там фреймворков для Fast Fourier Transform и так далее. То есть вы бы писали кучу ненужного кода, который был бы, скорее всего, не очень оптимален. Но благо сейчас в TensorFlow для этих целей есть уже в Contribi модули, которые дают кучу препроцессинга, прямо работающего из коробки. Это все довольно просто и работает довольно быстро. Но иногда даже этого не хватает. Поэтому второй point — это не бойтесь переписывать логику на плюсы. Я знаю, что... А в зале есть Java-девелоперы, кстати? В общем, среди Java-девелоперов, которых, к счастью, в зале немного, потому что я сейчас буду говорить плохие вещи, популярен миф про то, что Java почти такая быстрая, как плюсы. Ну, в общем, ну, это полная чушь, если честно. И переписывание кода на натив, оно довольно часто позволяет сэкономить там время в разы, если не в десятки раз. Поэтому не забывайте про это. Ну и последнее, это не надо забывать про возможность параллельных вычислений даже на телефоне, потому что у вас девайсы сейчас многоядерные, а в последние пару лет, например, Android, ну и iOS тоже поддерживают, например, OpenMP, где вы буквально одной там прагмой в плюсовом коде можете распараллелить какие-то вычисления. Про это не надо забывать, иногда это может вам сэкономить тоже время и нервы. Еще один момент по поводу пайплайнов, это то, что мы иногда во время ресерча, мы в смысле дата-сайентисты, не инженеры, привыкаем, что как бы мы в сетку все данные засунули, прогнали, значит она что-то выдала и все хорошо. Но на практике это не всегда рационально. На практике имеет смысл подумать, действительно ли вы хотите прогонять все ваши данные, которые у вас есть, через вашу сеть. Как можно этого избежать? Ну, например, для NLP можно какие-то простые rule-based алгоритмы использовать на тех данных, которые вы считаете, грубо говоря, простыми кейсами. Оставлять сетку только для более сложных кейсов. В каком-нибудь digital signal processing или там в обработке звука вы можете использовать какие-то простые, основанные на статистиках, не deep learning алгоритмы, чтобы делать candidate selection, то есть поиск тех участков звука, где происходит что-то интересное вам, а не просто шум. Ну и инференсить модель только там. Ну и для Computer Vision еще один важный совет, про который не стоит забывать, это то, что вы можете использовать resolution не такой, как идет там в притрейне с ImageNet, который вы взяли где-то у вас там в Keras, Keras.io Applications, грубо говоря, а вы можете использовать какой-то более маленький input resolution, который позволит вам с одной стороны достичь какой-то приемлемой точности, а с другой стороны не будет делать вашу модель слишком жирной. Еще один способ поберечь ваш телефон от того, чтобы гонять на нем слишком много сеток, это, например, edge-to-cloud архитектура, которую сегодня уже упоминали. То есть разделение вашего пайплайна на несколько частей, первая из которых гоняется на телефоне, а вторая, которая уже соответствует вот тем всем ограничениям, типа там приватность данных, скорость и так далее, она гоняется на сервере. То есть у вас часть модели это как бы edge, inference, а часть модели это серверная часть. Это помогает справиться не только со скоростью, но еще с двумя проблемами инференса глубоких сетей на телефонах, о которых люди почему-то забывают. А проблемы это очень важные. Первая — это расход батареи, и вторая — это, как бы смешно не звучало, перегрев телефона. Потому что если вы нерационально и постоянно гоняете сети на вашем мобильном телефоне, а, он очень быстро разряжается, и б, он реально греется. И, ну, это может быть странно, потому что большинство из вас, скорее всего, с таким на практике не сталкивалось, но для юзеров это, по меньшей мере, некомфортно. Если же вы убедились, что у вас bottleneck не в пайплайне, вы все оптимизировали, а сеть все еще работает слишком медленно, вы переходите непосредственно к оптимизации сети. Для оптимизации сети, для вообще деплоя сетей на мобильные, сейчас есть довольно много инструментов.
Например, сегодня уже упоминали, что пайторчевые модели можно там через ONNX перегонять и так далее. Но я предпочитаю, и большинство людей предпочитает пользоваться TensorFlow Lite, потому что это сейчас, наверное, самая такая глобальная, оптимизированная именно под мобильные штука для деплоя сетей. И давайте скажем пару слов о ней, прежде чем переходить дальше. Только у меня почему-то не работает кликер. Да, в общем, пока в мануальном режиме переключать будем. В общем, TensorFlow Lite — это легковесная версия TensorFlow, которая оптимизирована под мобильные, из нее вырезаны все ненужные функции, она весит там буквально... Они на сайте утверждают, что 300 килобайт, на самом деле чуть больше, но тоже мало. Она заточена сразу под процессорные архитектуры мобильных телефонов, она использует низкоуровневые API типа там Android Neural Network API и аналогичные в iOS. Она дает из коробки возможность инференсить ваши модели на мобильных GPU, что тоже довольно неплохо, но, правда, накладывает некоторые ограничения. В общем, TensorFlow Lite — это очень крутая штука. Но помимо всех этих оптимизаций, она дает еще кое-что. Она дает из коробки или почти из коробки ряд алгоритмов непосредственно для оптимизации самой структуры сетей. Часть из них сегодня уже упоминали в других докладах, часть нет. Но так или иначе, мы сейчас рассмотрим их подробнее. И начнем мы с штуки, которая называется квантизация. Можно следующий слайд. Квантизация — это, попросту говоря, конвертация нашей модели из 32-битного floating point представления в 8-битное целочисленное представление. Квантизация, поскольку она перегоняет из 32 бит в 4 бита, она, во-первых, позволяет сэкономить на памяти в 4 раза, ну, примерно в 4 раза. Во-вторых, она позволяет ускорить нашу модель, в первую очередь за счет того, что просто арифметика в низкобитном представлении быстрее, а во вторую очередь, потому что процессорный кэш расходуется эффективней. Ну и кроме того, конечно же, из-за того, что мы изменяем precision, у нас немножко падает точность, но об этом мы поговорим чуть позже, а сначала я расскажу, как конкретно работает квантизация. На прошлом докладе Филипп говорил про квантизацию в TensorRT, он говорил про то, что линейная квантизация, ну, в смысле, линейное распределение весов по диапазону дискретизированному — это фигня, что нужно, значит, кластеризовать веса и более по-умному их разбивать. В TensorRT действительно сделано так, в TensorFlow Lite сделано как раз наоборот. В TensorFlow Lite идеология такая, что давайте сделаем квантизацию следующим образом. Во-первых, для каждого слоя или там активации, или что мы квантизируем, давайте сохраним минимальное значение и максимальное. Например, вот у нас оранжевая полоса — это значение какого-то, допустим, fully connected слоя, который мы квантизируем, у него минимальный вес минус 10, максимальный плюс 15. Сохраним их. Теперь раздвинем границы так, чтобы они стали симметричными, чтобы у нас минимум стал противоположным числом максимуму. То есть было минус 10, станет минус 15. Как мы теперь мапим веса? Мы мапим левую границу в минус 127, то есть ну, минимальное число в нашем 8-битном представлении, правую в 127, минус 10, соответственно, наш реальный минимум попадает там примерно в минус 84, грубо говоря, 0 всегда попадает в 0. Почему такой линейный маппинг, почему не более хитрый, как вот в предыдущем докладе описывалось? Да, такой маппинг хуже в плане точности представления оригинальных весов, то есть он вносит большую погрешность. Но линейное распределение чисел при дискретизации, оно позволяет сделать арифметику в вот этих вот fixed precision представлениях очень простой, в частности умножение очень простым, потому что у нас веса распределены не веса, вернее, а значение линейно и симметрично. Соответственно, оно работает хуже с точки зрения того, что точность понижается от квантизации, но, с другой стороны, оно работает лучше в плане того, что буст по скорости выше. Ну, теперь, что по поводу понижения точности. В принципе, авторы первых статей по квантизации, они шли с таким предположением, что как бы сетки, которые мы учим, они обычно довольно робастные ко всякому шуму. Поэтому квантизация, которая является, попросту говоря, округлением весов, она как бы немножко влияет, но это попросту
зашумление данных, которое не должно там прям сильно нам навредить. И поэтому, соответственно, accuracy не должна особо падать. Но на практике это не так. На практике это очень сильно зависит от того, какая у вас сеть и от ряда других факторов. То есть, например, более крупные сетки, которые особенно там с transfer learning, с ImageNet обученные, они выучили кучу абсолютно лишней информации в себе, они, в принципе, не сильно пострадают от квантизации, и у них точность не сильно упадет. А вот маленькие сетки типа MobileNet, они как раз впритык выучили те какие-то внутренние представления картинок, которые нужны, они от квантизации могут просесть весьма ощутимо. Поэтому вопрос вот этого вот падения точности при квантизации встает довольно остро, и для этого изобретена следующая штука – quantization-aware training, то есть обучение сети, которая уже учитывает квантизацию. Что оно делает? Во-первых, оно при обучении сети моделирует то, что сеть будто бы уже квантифицирована. То есть мы ведем расчеты в 32-битном floating point представлении, но каждый раз, когда делаем forward pass, мы округляем веса до таких значений, до которых они бы округлились, если бы мы сейчас квантизировали сеть. На backward pass мы этого не делаем, то есть у нас backward pass идет в 32 битах, как и должно быть, чтобы градиентный спуск мог даже маленькие какие-то изменения улавливать, чтобы не было здесь никакой погрешности. Второе, что он делает, это то, что он моделирует прямо во время обучения так называемый layer fusion. Что такое layer fusion? Это оптимизация, которую TensorFlow использует, чтобы меньше слоев хранить в графе, который мы используем во время инференса. Идея вот в чем. Допустим, у нас есть dense layer и batch norm. В проде у нас batch norm уже не обучается, он статический. Давайте просто заменим dense и batch norm одним слоем, где будет dense, но уже отнормированный. Вот этот layer fusion, он используется в TensorFlow. Разумеется, из-за него квантизация идет не так, как если бы layer fusion не было. Просто dense layer, он бы иначе квантифицировался, потому что он не отнормирован. Вот quantization-aware training это моделирует во время обучения. Третий момент при quantization-aware training мы в ходе обучения накапливаем статистику по поводу минимальных и максимальных значений весов всех слоев и активации всех слоев. Соответственно, когда мы здесь делаем маппинг, вот эти вот минимум-максимум, для весов мы их знаем точно, а для активации мы их обычно считаем грубо в post-training quantization. А в quantization-aware training мы их уже знаем, посчитав на стадии обучения. Давайте взглянем на числа. Во-первых, давайте взглянем на MobileNet. Мы видим, что чистый MobileNet имеет топ-1 ImageNet Accuracy 71,9%. Если его квантифицировать после обучения, мы получим 8% падение точности. Это, конечно, абсолютно неприемлемо, 8% — это очень много. Но, с другой стороны, quantization-aware training делает этот разрыв всего лишь навсего 1%, что уже, в принципе, довольно впечатляюще. Кроме того, стоит заметить, что quantization-aware версия, она по скорости работы намного лучше. Ну и, разумеется, обе версии квантифицированы примерно в 4 раза меньше оригинала. То есть, грубо говоря, квантификацией мы здесь вдвое улучшаем скорость, ну примерно вдвое, и там в 3,5-4 раза уменьшаем вес. Как я уже говорил, для более толстых сеток, например, для Inception, падение accuracy намного менее ощутимо. То есть здесь падение accuracy в обычном режиме, в post-training квантизации, где-то процент и где-то 0,5% в quantization aware. Как еще можно уменьшить уже обученную сеть? Опять-таки, сегодня уже упоминали прунинг. Прунинг — это еще один алгоритм, который берет на вход уже обученную сетку и затем делает следующее. Мы для каждого нейрона сети по какому-то критерию определяем, насколько, по нашему мнению, он важен или не важен. Какой может быть критерий? Один из критериев — это, например, L1 или L2 норма всех весов, входящих в нейрон. Другой возможный критерий — это там, число раз, сколько нейрон активировался во время прогона нашего датасета, если там релу. Или там суммарная или средняя активация нейрона при прогонке датасета. В общем, правильно подобранный критерий определяет то, как именно будет пруниться сеть. Итак, мы выбираем критерий, мы оцениваем все нейроны по этому критерию, убираем из сети полностью нейроны, которые по нашему критерию являются ну, самыми слабыми, самыми неполезными. Дальше немножко доучиваем сеть, файн-тюним в течение пары эпох и решаем, продолжать прунинг или не продолжать. То есть если мы дотюнили и у нас точности размер нас устраивают, то мы останавливаемся, если не устраивают, пруним еще. И так несколько итераций. Проблема прунинга, единственная, которую я на практике наблюдал, это то, что он лично у меня плохо работает с другими методами связки. Ну, то есть, например, с квантизацией. Но, тем не менее, я часто вижу, что люди упоминают, что они его используют.
Еще один нюанс по поводу прунинга – это то, что в первых пейперах про прунинг все обрезали полносвязные слои, потому что в сверточной сети полносвязные слои содержат больше всего весов, ну, количественно. Соответственно, обрезая полносвязные слои, мы лучше всего ужимаем сеть по размеру. Однако, если для вас важнее не размер, а скорость инференса, то есть для этого тоже решение. Можно прунить фильтры в сверточных слоях. То есть выкидывать целые фичмапы в сверточных слоях, и таким образом размер сети будет уменьшаться не так сильно, но поскольку свертки куда более затратны по времени, у вас скорость будет наращиваться. Ну, в принципе, мы поговорили про то, как ускорять уже обученные сети, но есть еще один момент, о котором на самом деле надо задумываться еще раньше. Это момент выбора архитектуры сети, потому что, да, конечно, вы можете взять, там, грубо говоря, Inception, его квантизировать, запрунить, он там станет маленький, быстрый, но на самом деле, возможно, логичнее просто сразу обучить маленькую сетку, которая сразу будет давать такую точность. До 2017 года таких сеток особо не существовало. И люди начинали выдумывать вот эти вот все прунинги, квантизации, как просто костыли для того, чтобы компенсировать то, что у нас сети очень глубокие. Но в 2017 году Google опубликовал paper, который называется Mobile Nets, Efficient Convolutional Neural Networks for Mobile Applications. В этом paper они представили, собственно говоря, архитектуру MobileNet, которую через год они улучшили MobileNet второй версии, которая позволяет получать размер сети намного меньше, чем у других сетей, скорость немножко, наоборот, больше, то есть немножко лучше, а при этом accuracy примерно сравнимую. За счет чего это работает? Это работает за счет того, что MobileNet'ы используют хитрую декомпозицию обычных сверточных слоев на несколько других слоев с меньшим количеством параметров. В частности, MobileNet Version 2 это реализовано с помощью того, что они называют bottleneck layer с расширением. Он состоит из трех слоев. Первый — это свертка 1 на 1, которая, соответственно, никак не сворачивает на самом деле наши фильтры, она просто изменяет количество каналов. В частности, здесь она его увеличивает. В оригинальном пейпере в 6 раз, но это вообще гиперпараметр. То есть мы взяли фичмэпы, которые пришли на вход, увеличили их глубину. Затем мы сворачиваем их 3 на 3 сверткой, но не обычной, а depth-wise, то есть сверткой, которая сворачивает каждый канал по отдельности. Соответственно, в ней количество параметров меньше, чем в обычной 3 на 3 свертке. И после этого идет так называемый projection layer. Это еще одна свертка 1x1, которая теперь уменьшает количество каналов, схлопывает его. Таким образом, мы вместо одного 3 на 3 сверточного слоя, который является довольно тяжелым, потому что в нем там параметров 9 умножить на количество, в каждой свертке параметров будет 9 на количество фичмап в входном слое. Мы получаем 3 слоя, каждый из которых по количеству весов существенно меньше, чем обычная свертка. Таким образом, мы экономим на памяти и на времени выполнения. Но на самом деле надо не забывать, что когда мы учимся под мобильные платформы, иногда даже этого может быть мало, вернее, слишком много. В смысле, даже такие сети могут быть слишком тяжелыми. И не надо ограничиваться какими-то готовыми архитектурами. Не надо всегда стараться использовать pre-train. Можно собирать и кастомные архитектуры поменьше. Но кастомные архитектуры поменьше обычно показывают низкую точность, потому что у нас нет железа, чтобы сделать себе pre-train на ImageNet'е. Мы учим их с нуля. Для этого можно использовать такой метод, как knowledge distillation. Про него много сегодня рассказывали уже на воркшопе, поэтому я только коротко расскажу саму идею. Идея в том, что мы учим одну сеть какую-то большую, любую вообще, какую мы захотим, а вторую сеть, ту, которую мы будем деплоить на мобильные, мы делаем с маленькой архитектурой и учим ее под два лосса. Один — это просто лосс ее относительно реальных лейблов, то есть, например, кросс-энтропия для классификации, а второй лосс — это та же кросс-энтропия, но между ее softmax-предсказанием и softmax-предсказанием учителя, большой модельки. Идея в чем? Идея в том, что большую модель мы можем тюнить там с любыми трюками, с тестами аугментации, с чем угодно, и получать высокую точность на наших данных. Затем, когда маленькая модель учится с вот этим вот лоссом между x и max, она таким образом от большой модели принимает условные вероятности классов, которые она выучила, и принимает какие-то внутренние представления, которые она выучила. Таким образом, она может выучиваться до точности более высокой, чем она бы выучила, если бы обучалась с нуля. И это, в принципе, работает довольно эффективно.
И второй близкий к этому трюк – это так называемый псевдолейблинг. С псевдолейблингом мы вообще можем даже не сеть учить в качестве учителя, а собрать там какой-то ансамбль, чуть ли не стекинг, что угодно. Главное, чтобы у него была максимальная точность. Затем мы берем все данные, которые у нас есть неразмеченные, но очень часто бывает такое, что они у нас есть, потому что данные собирать дешево, а вот размечать их дорого. Эти неразмеченные данные мы лейблим нашей большой моделью учителем, а затем на этих лейблах, как будто на ground truth, мы обучаем нашу маленькую модель. И на самом деле, даже несмотря на то, что такая разметка явно хуже, чем реальный ground truth, потому что в ней есть ошибки, в принципе, обычно маленькой модели это накидывает. То есть псевдолейблинг работает довольно хорошо. В связке получается, что правильный выбор архитектуры сети, правильные настройки обучения, такие как там knowledge distillation, псевдолейблинг и так далее, плюс всякие оптимизации, которые работают после обучения сети, такие как квантизация и прунинг, а также правильно построенный пайплайн, все это вместе, это, в общем-то, залог успеха того, что сейчас, в 2019 году, практически любое приложение Computer Vision, Sound Recognition, Natural Language Processing можно запускать в реал-тайме на реальных мобильных девайсах, и оно будет работать даже на, ну, в принципе, довольно слабых телефонах. Я надеюсь, что если у кого-то из вас когда-нибудь возникнет подобная задача, вы вспомните что-то из этого, и, возможно, оно вам пригодится. На этом у меня все. Спасибо за внимание, и я жду ваших вопросов. Thank you, Dmitry, once again. So, any questions? No questions? Okay. Thanks you, Dmitry, very much. So we want to thank you once again to all of us that you join us today. Now we have a special